Где в республике жить хорошо? Ответ на этот вопрос дали результаты конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт». Конкурс проводится с 2005 года, а в этот раз победители определяли по 5 номинациям – от благоустройства территории учреждений соцсферы до дворов, многоэтажек и частных домов. В этом году в этом конкурсе у нас принимает 50 участников из 21 муниципального образования Чувашской республики. То есть абсолютно большинство муниципальных образований так или иначе участвует. На поощрение победителей из республиканского бюджета в этом году выделено 407 тысяч рублей. Чебоксары и Новочебоксарск среди победителей фигурировали только в одной категории – придомовая территория многоквартирных домов. В столице Чувашии отличился Приволжский бульвар в городе Спутники, улица Семенова. Среди районов активнее всего участвовали Батревский, Бресенский, Козловский и Канашский. Представители комиссии, которые выезжали оценивать конкурсантов, отмечают, раньше вокруг частных домов цвела в основном картошка. Сейчас совсем другое дело. Название таких цветов не знал раньше. Хотя рост деревни. За 11 лет в конкурсе появились постоянные лидеры. Так, в категории улицы частного сектора в очередной раз самые благоустроенные признали улицу Школьную села Бахтигильдина Батаревского района.